Парад плиточников и каменщиков, поваров и кондитеров завершен. Лучшие представители рабочих профессий два дня боролись за звание победителя регионального этапа WorldSkills Russia 2015. Кто защитит честь республики в будущем году на соревнованиях Приволжского федерального округа? В нашем материале. 11 компетенций, 60 участников. Статистика этого чемпионата. Добавили три новых направления. Графический дизайн, сухое строительство и штукатурные работы, токарные работы на станках с ЧПУ. Все специализации востребованы на современном рынке труда. Отсюда и большое количество претендентов на участие. Отобрали лучших. Задания и модули соответствовали международным требованиям чемпионата. Конкурсные работы, они по качеству стали выше. В связи с тем, что мы действительно проводим чемпионат не просто для того, чтобы проверить, как наши студенты подходят к формату WorldSkills, а посмотреть уровень подготовки, именно качество преподавания и подготовки системы среднего профессионального образования. Сейчас перед системой стоит задача как можно больше готовить компетентных востребованных кадров, готовить так называемым топовым 50 востребованных специальностей. И, наверное, вот этот чемпионат позволяет приближать уровень подготовки в нашей системе среднего профессионального образования к тем мировым стандартам. Победителей и призеров определяла специальная комиссия, в составе которой профессионалы своего дела, преподаватели и бизнесмены. Оценивалось не только мастерство, умения, навыки, но и концентрация внимания, выдержка. Ведь выполнение некоторых заданий заняло почти 5 часов. Я много нового узнал, чего раньше даже и не думал. Ну, я рад, конечно. Очень рад, что первое место занял. Спасибо организаторам за создание такого отличного конкурса. Не скажу, что я ожидала победу, потому что в этом году у нас сильная конкуренция была. Участники некоторые были знакомы мне, поэтому в этом году победила и думаю, что я буду достойно представлять в Саратове Чувашию. Повысить престиж рабочих профессий – одна из идей первенства WorldSkills. Три предыдущих чемпионата, проведенных в республике, уже дали свои результаты. Уровень у нас высокий, как мы считаем, потому что я опираюсь на мнение работодателей. Для того, чтобы соревноваться, значит, на международном уровне и доказывать, что наши молодые рабочие лучшие в мире, тем самым повышать инвестиционную привлекательность России и Чувашии. Вот это очень важно. А как же развивать нашу промышленность, если главного действующего лица в нем будет недостаточно или он будет не той квалификации? Это прежде всего человек труда, рабочей профессии. Поэтому WorldSkills в этом смысле делает большое дело. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.